Доброе утро, канал «Ленивая путешественница». Мы находимся в отеле BTS Garden, 4 звезды, в Бодруме, в регион BTS, поселок и бухта. И сейчас посмотрим дорогу на пляж, потому что в этом отеле есть два пути. Один дальний, он идет через ресепшн, по дороге с машинами, и он дольше. А если вот с территории, вот мы сейчас на территории как бы около бассейна с горками для ориентира, да, и сейчас вот идем по дорожке, калитке. Вот так. Все это, отель очень зеленый, весь в цветах. Вот, эта калитка, она работает с 8, сейчас посмотрю объявление, с 8, по-моему, до 19. Вот она открыта. И здесь вот такая дорога, мощенная булыжничком, мимо апартаментов. Вот здесь вот справа и слева вот эти апартаменты очень красивые с машиноместами. То есть можно снять вот дом, и вы берете вот такой домик двухэтажный. Вот вход. Поставили машину. Вот чем пользуются местные турки, которые приезжают сюда отдыхать. Снимают апарты и отдыхают. И здесь получается, что до моря идти недалеко, намного ближе и приятней, чем по дороге. Идти где-то минут 7. Мимо цветов, роз и так далее. Все вот они там за оградками. BTS вообще такой красивый зеленый поселок небольшой. Вот, и как нам сказали люди, которые были в Бодруме и в Гюмбете отдыхали, если в самих этих поселках, то пляж здесь чище, чем там. Я не говорю про пляжи отеля там Рикс, Свок, который находится между поселками, как бы отдельно стоящие. Здесь очень много горлиц, много птичек разных. Такое полное ощущение колорита такого эгейского побережья, греческого даже. Вот. И прямо вот по этой улице мы выходим на море и выходим на променад. Вот горлица горлыкает. На променад, который идет и влево, и вправо, и по нему можно гулять. Там же находится масса ресторанчиков, кафе, где можно посидеть, взять чашечку кофе или еще что-нибудь и полюбоваться яхтами. Мы уже выходим по этой дорожке. То есть идешь по тени, особенно актуально в жару. Сейчас-то у нас май 2023, а когда густо, красивый, а когда жарко, это будет актуально. Вот проходим такую арочку между магазинчиками, и вот уже мы на променаде и на Эгейском море. Слева идет променад, он доходит до марины. И там, кстати, дорога идет до Гюмбета, такая лесная. Good morning. Да, вот здесь вот агентство путешествий. Мы уже тут смотрели цены. Здесь вот у кого есть виза КОС 30 евро. Мы интересовались Дальяном по реке. Путешествие 70 долларов стоит здесь. Вот здесь, пожалуйста, можете посмотрите. А вот владелец. Он всегда... Да, он всегда... Доброе утро. Он с нами здоровается каждый раз. И вот и мы пошли в сторону нашего пляжа. Всем пока.